В недавно открывшемся после реконструкции Доме культуры собрались жители Ленинского района почтенного возраста. Как в былые времена, они кружились в танце под любимые песни. Их лица озаряла улыбка. Про этих бабушек и дедушек можно смело сказать, что возраст их не пугает. А некоторые вообще знают секрет, как сохранить молодость в сердце. Например, Олимпиада Павловна, которая не видит свою жизнь без музыки и творчества. Живу я в Видном уже с 1974 года. И всю жизнь я иду с песней. В хоре «Россияночка», в хоре «Вера» и в хоре совхоза «Ленина». Так что «Песни по жизни» называется. Иду по жизни. В зале сидели люди самых разных профессий. Медицинские работники, учителя, военные, отдавшие свою жизнь служению нашей стране. Сегодня они передают свой опыт и делятся воспоминаниями с молодым поколением. Я же бывший малолетний узник фашистских концлагерей, в трех лагерях побывал. И когда меня приглашают в школу, и молва пошла, так мне отбоя нет вот от учеников. Они плачут, и я с ними плачу, понимаете? Это ж приятно. Держу тесную связь с Советом ветеранов, активно участвую в ее работе, принимаю участие во всех митингах, мероприятиях, в школах и так далее. Короче говоря, несу слово правды о Великой Отечественной войне. Поздравить виновников праздника пришли и те, кто по долгу службы ежедневно с ними общается и дарит свою заботу. Оптимизма, веры в наше светлое будущее и, конечно, самое главное, здоровье. Весь вечер во время праздничного концерта с участием творческих коллективов Ленинского района звучали поздравления. Зал громко аплодировал, ведь среди мелодий и песен многие были знакомы с молодостью. Дмитрий Книга, Константин Брулов, Ольга Садовская, Видное ТВ.